Миша, а кто это Ирина Спец? Это девушка, она работает, она директор спецавтобазы. Решеты это что? Решеты это девушка живет в решетах. Как ее зовут? Гузяли. А, ты ее переименовал? Да. Тебе не поняла, кто это? Нет, почему? Просто решеты. У нас же у тебя раньше так и была написана. Потом я не помню, кто это уже, я переименовал, чтобы помнить. Понятно. А кому-то ты написал круто, когда увидимся, и вот этот номер в конце, вот смотри. Ты кому? Не помню уже. Давно было. Слушай, ну как давно? Два месяца назад. Кому? Да не помню я уже. Ну, Миша, я тебя серьезно спрашиваю. Так я серьезно тебе говорю, я не помню. Ладно. Ну, кто-нибудь мне написал, например. Я придумала сценку для твоего театра. Я написал, круто, когда увидимся. Это же не обязательно должно быть. А кто написал-то? Ну, кто-нибудь написал, я не помню, уже нет же имени, не подписано. Понятно. А вот это вот, кто тебе написал? Ну, в смысле, это кто такая вот эта Алена? Алена девушка. Какая девушка? Какая девушка? Обычная девушка. И что она тебе пишет? Что она мне пишет, не знаю. Посмотри, ну, сообщение. Ну, в смысле, а она написала, что ты ей приятно было с тобой вчера целый день тусить. Ну, хорошо. Ты мне сказал, что ты поехал по делам. Так я по делам. Ты тусил с Аленой? Да. Целый день? Да. С утра, с 9 утра? Да. До 8 вечера? Да. Я тебя еще и потом не забирала? Да. Ты тусуешься с любовницей? Почему она не любовница, а по делам? Слушай, какие у вас дела могут быть целый день? Ну какие, мы обсуждали проект. Что обсуждали? Целый день проект, да, обсуждали? Да. Где, у нее дома? Нет, в кафешке. В какой кафешке? Шоколадница на Малышево. Шоколадница на Малышево? Да. А почему я тогда тебя забрала с Юго-Западного? Потому что я поехал ее потом проводить. А что, она сама дорогу в 8 вечера, не знаю? Ну, я как джентльмен проводил ее. Миша, что? Почему ты провожаешь каких-то тёлочек, с которыми у тебя просто рабочие отношения? Потому что я хорошо отношусь к людям. Ты за ней ухаживаешь, что ли? Нет. Как нет-то, Миша? Ну так, нет. Так ты ее провожаешь, так ты бы хотя бы, чтобы не полиция, приехал бы на Малышево, чтобы я тебя оттуда забрала. Зачем? Полиция-то, если весь не переспал, я же с ней не спал. Зачем? Короче, Миша, я вообще тебя поражаюсь. Тебе постоянно какие-то тёлки пишут. Потому что я классный. Да что значит... Ну что значит, классно, мне все хотят. Я тебе серьезно говорю. Да. Пожалуйста. Что? Скажи честно, ты с ней спал? Нет. Да как нет? Ну что ты с ней целый день делал? Обсуждал проект. Какой? Я изобрел парус, я хочу его начать продавать. У нее есть всякие связи. Господи, Миша. Угу. Ты вот это мне по ушам вот ездишь, вот, ну, меня достало уже. Угу. Скажи, пожалуйста, что это значит? Ты с ней? Нет, ты нашла у меня в кармане. Меня знаешь, еще что волнует? Ну? Я вчера твои джинсы в стирку бросала. Так. И у тебя из кармана презерватив выпал. Использованный? Нет. Пачки? Пачки. Ну все, это признак того, что я верен. Если бы использованный выпал. Миша. То есть я, значит, мы не, пользуемся... не использовал презерватив. А зачем ты его купил, чтобы с кем-то использовать? Нет, я не покупал, у меня случайно в кармане оказался. Как случайно? Ну, случайно я засунул презерватив в карман. Где ты его взял? В другом каком-нибудь кармане. Например, шел в пальто. Mm-hmm. Я давно еще купил презерватив, у меня был презерватив. Я искал деньги, вынул, смотрю, о, презерватив. Такой, ну и сунул в карман машинально, все. Когда ты давно? Я недавно твое пальто в химчистку сдавала. Другое пальто, из другого пальто. Миша, из какого пальто? Я вот сейчас из квартиры на счет забрал пальто, у меня там лежал презерватив. Еще с тех пор, пока когда мы с тобой знакомы не было, я случайно переложил из этого Слушай, пальто. Слушай, это пальто, которое ты со счет забрал, ты его купил недавно? Нет, я давным-давно уже, оно у меня. О, Миша подарил. Знает, когда мы с тобой не были женаты. Ладно, короче, ты мне будешь рассказывать сейчас, я знаю, когда тебе Миша недавно. Ну ладно, в общем, не суть. Значит, я у тебя нахожу смс-ки, да, девушек, да. Ты провожаешь девушек до дома, да, да. Тусуешься с ними целыми днями. Да. Я у тебя нахожу презерватив в кармане. Да, да. Что за фигня-то?
В смысле, что за фигня? Почему я вчера домой? Презервативы — это презервативы. Хорошо, а... Девушки, с которыми я тусуюсь, это девушки. Провожение домой — это домой. Неделю назад к тебе какая-то подружка приезжала. Да. Я с ребенком на улице гуляла. Да. Захожу домой, а вы на кровати вместе лежите. Ну да, она хотела поспать. Она что, у меня что, дома что ли не может поспать? Ну, не знаю, но она устала. Миша, ну что за фигня? Почему вы вместе лежите в нашей постели? Что такого-то? Лежим в постели, мы же не спим. Подожди, к тебе приехал в гости да, подруга, да. К нам домой. Да. И ты ложишься с ней под одеяло, раздетый, поспать захотел? Ну, мне неудобно в одежде, я разделся, она тоже разделась. Миша. Да. Слушай, ты так-то офигел, мне кажется. Чего такого-то? Что мы просто лежим вместе и все. Мы же не спим. В смысле, мы так, у нас так, секса так же голые нет. Лежали. Ну и что такого? Ну да, лежали голые. Ну да, нормально, подумаешь. Че, нельзя голым быть, что ли? Я тебя выгоню из дома, понятно? Ну, выгоню. Ты домой телок приводишь. У тебя вообще... Ты, да. Ты нормальный, нет? Нормальный. Миш. Да. Тебе ВКонтакте пишут. Да, неприятно пишут. Было с тобой в постели. Ну да, ну, может быть, кому-то было приятно. Может, она тоже со мной полежала, ей было приятно. Все, в общем, я разужусь.